Движение ограничат. Единственный мост через Обь в районе Сургута уже через 10 дней встанет на плановый осмотр и ремонт. Движение по переправе будет полностью перекрываться с часу ночи до 4 утра ежедневно с 18 по 30 июня. Добавлю, что подобные профилактические и восстановительные мероприятия проводятся ежегодно. Конструкции моста будут обследованы. При необходимости ремонт ждет и дорожное полотно.